ADC, конечно, навряд ли подойдет, но тем не менее. Вот такой вот набор сейчас продается в Ашане. Это набор столовых принадлежностей, который подойдет для работников офисов, там, дальнобойщиков, любителей командировок, длительных путешествий. Даже, я думаю, такую вещь можно будет брать без проблем в самолет. Вот такой вот контейнер, в котором находится нож, вилка, ну и, скажем так, десертная ложка. Это не совсем такой вариант, чтобы прям уже аж обеденная. Ну, для ребенка это вполне таки годные вещи. Для офисного работника где-то перекусить, сложить все это, помыть, сложить все это дело, кинуть в рюкзак, либо в сумку. Поехать в командировку можно, к морю. К морю, когда едешь, вообще в дороге, наверное, незаменимая вещь. Ну, конечно, ножик так себе, хотя, в принципе, может быть, там какую-то колбасу резануть, легенькое чего-то можно им. Ну, не знаю, в общем, кому понравился цвет, ставьте Лоис, подписывайтесь на канал. И вперед к EDC приключениям!